Выполнение свадебного или вечернего макияжа занимает у специалиста в среднем 1,5-2 часа. Но это называется особый случай. Если же речь идет о будним дне, то тогда с декоративной косметикой приходится справляться самостоятельно, и от силы у нас на это минут 15, а то и меньше. Несколько секретов мейкапа на каждый день рассказывает визажист, основатель школы макияжа Яна Панфиловская. Тенденция к такому, что все женщины максимально быстро должны собраться, потому что нет времени, да, и максимально должны быть продукты, которые ты нанес и быстренько все растушевал. В первую очередь это румяна. Румяна всегда создадут эффект свежести, и они могут быть три в одном. То есть это может быть румяна, и могут быть также этот продукт можно наносить на губы. То есть одним продуктом можно нанести румяна, губы сделать, и даже можно в складку века нанести. И это прям супер быстро и супер свежо смотрится. Если сравнить декоративную косметику наших дней с теми продуктами, которыми пользовалось предыдущее поколение, налицо преимущество современных средств. В них много уходовых компонентов. Более того, уже популярны универсальные продукты, когда чем-нибудь одним можно накрасить, но если не все, то много чего. Кстати, ежедневный макияж и визуально должен быть легким и естественным, как того требуют современные тенденции. И еще это возможность выглядеть хоть немножко по-другому, стоит только нанести яркую помаду или цветную тушь.